Новобранец «Локомотива» Александр Коломийцев принял участие в видеоконференции, запись которой вы можете посмотреть на клубном канале в YouTube. Но вопросы к полузащитнику были не только у болельщиков. Сань, какое у тебя было прозвище в Амкаре? Ну, Кари было Колома, естественно, от фамилии. Сань, чего в бридж не играешь? Не умею, никогда никто не учил и как-то не приходилось нигде играть. Сань, у нас для тебя вопрос. Каких камней не бывает в море? Ждем ответ. Не знаю каких. Острых, наверное. Сухих, возможно, не бывает. Сань, у меня один вопрос. Когда будет простав? Дим, постараюсь как можно быстрее, когда будет возможность. Выходной, не знаю, когда в Москве уже был. Саша, как дела? Старички не обижают? Спасибо, нет, никто не обижает, все хорошо. Дела супер. Всем спасибо за поддержку.